вы слышали сейчас птичка? Я подумала, кто-то смеется, это птичка. И тут я увидела вот эту собачку. Значит, это такой сигнал тревоги у птички. Розовенький камень. Вот, да, мы его заберем. А вот я вам говорила когда-то, что камни обычно лежат на парне. И смотрите, вот это прям парочка. Не будем их разлучать, возьмем. Очень было сейчас интересно услышать, как смеется эта белая птица. Теперь буду знать, что на птичьем языке это обозначает тревога. Вот смотрите, какой интересный цвет здесь. Каемочка такая, как веночек одет. Конечно, карман.